Помните выражение «по рукам и ногам связан», да? Или вот, ага. Плохо вам? Не понял я. Шею защемило или что? Сейчас чуть-чуть потерпи. Тут, а то здесь умирает. Подожди, сейчас шею я тебе поставлю. Ага. Шею или поясницу у кого-то сейчас вот будет защемить или как-то этот. Ага. Сейчас объясню. Сейчас, секунду, ладно, сейчас будет вопрос-ответ, сейчас доработаю и потом сейчас отвечу. Выдыхай. Это недавно в прямом эфире я говорю, я точно понимаю, что я вот как бы не то, что в моих силах, я могу помочь людям, ну не людям, а стране уменьшить количество суицидов, ну как бы в Казахстане, да, или там в мире, я не знаю, выдыхай. И мне говорят, а что вы только с суицидниками работаете? Знаете, как выясняется, вот при работе с людьми очень у многих в подсознании вот это нежелание жить. Вы заметили, что последние лет 10 очень много стало этих мотивационных спикеров, тренеров, да? И все вроде несут добро и благо, но их начинают сейчас троллить. Я не знаю, троллят в Казахстане или нет, но в России прям вот инфо-цыгане там начинают, да? Почему так происходит? Потому что ты идешь, работаешь, ну вот ты идешь на тренинг, ты выходишь и ничего как будто не получил. Мотивировать через слово очень долго и сложно. Очень сложно мотивировать человека, который не хочет жить. Ему говоришь, я тебя сейчас убью, он говорит, стреляй, нахер, надоело уже. Стреляй. И поэтому очень важно, я вот прям вот всем говорю, ну вы можете себя проверить, сейчас про себя просто скажите, я свое имя выбираю жить. И вот когда ты в это поверишь, вот проговаривайте прямо про себя, если у тебя наворачиваются слезы, у тебя точно в этом какой-то вот затык какой-то. Тем людям, кто на эту фразу реагирует, я вам просто рекомендую в течение 21 дня целыми днями ходить и говорить, я имя выбираю жить. Потому что где-то был отказ от жизни. Дыши, дыши, я сейчас подойду, с ней нормально, она тоже, ты же, она, я же ее знаю. Выплакивай. Сейчас еще.